Певице Алле Пугачевой стало плохо во время шопинга на Кипре. Об этом рассказал журналистам один из посетителей магазина Алексей. По словам очевидца, в бутике «Примадонна» почувствовал себя неважно, из-за чего ей пришлось сесть на стул. Он услышал, что певица жаловалась продавцу на боли в ногах и проблемы с венами. Именно из-за этого она отказалась от высоких каблуков. Певица приняла решение купить обувь на размер больше, поскольку ноги к вечеру сильно отекают. Алексей добавил, он не сразу понял, что перед ним стоит Пугачева. Мужчина удивился тому, что артистка гуляет по улицам без охраны, только вместе с помощницей и водителем.